В рамках празднования Года культуры в каждом районе Волгограда должны появиться открытые площадки, на которых могли бы выступать творческие коллективы и воспитанники местных школ искусств. Такую задачу поставила перед местными властями мэр города Ирина Гусева. И первая такая площадка открылась в парке Русь Дзержинского района. В парке Русь Дзержинского района с самого утра многолюдно. Работают аттракционы, детские площадки и карусели. А в самом центре зоны отдыха расположилась импровизированная сцена. Звезды в этот день – воспитанники школ искусств, баянисты, вокалисты, танцоры, а зрители – местные жители. Нам очень нравится приходить на такие праздники всей семьей, потому что поднимается настроение, особенно в такой чудесный весенний день. Хочется куда-то выйти, посмотреть, чтобы ребенок посмотрел, и старший, и младший. Что вокруг делается? Катался на машинке и вообще. А прыгал ты на чем? На батуте. Еще. Тебе нравится в парке? Да, нравится. Мне в парке так быть. Ну, весело в парке. Еще тут есть рисунки. Рисунки и поделки на выставку принесли ученики художественных школ Дзержинского района. Здесь можно было увидеть работы, выполненные в разных техниках. Батик, гобелен, ткачество. Были и полотна, написанные маслом и акварелью. Дети пришли, вот участники этой выставки пришли, посмотрели, как они работают, как, ну, показали, как работают сами, и посмотрели, как работают другие дети. Вообще вот этот праздник очень важен для нашего города, для нашего района. Это мероприятие сплотило всех жителей района. Детям оно просто доставило море радости, а пенсионерам вспомнились забытые времена, когда люди вот так запросто все вместе устраивали маленькие праздники во дворах, танцевали и пели любимые песни. Кстати, Дзержинский район стал первым, но далеко не последним, где вскоре заработают такие концертные площадки на открытом воздухе. Мы проводим свое мероприятие непосредственно по заданию главы города Гусевой Ирины Михайловны. Администрация района инициировала сегодняшнее наше мероприятие как первое пилотное, по сути дела, на территории нашего района. В дальнейшем подобные площадки будут постоянно, регулярно проводиться и у нас в районе, и на территории города Волгограда. Так что обширную культурную программу, которая ждет волгоградцев на майские выходные, жителям Дзержинского района будет где посмотреть. А подобные праздники, которые дарят улыбку сотням горожан, станут одной из самых добрых традиций современного Волгограда. Ольга Макарова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».